9 ноября в Макеевке в стенах Донецкого республиканского академического театра юного зрителя прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко дню полиции ДНР. Чтобы поздравить правоохранителей, к мероприятию присоединились депутаты Народного совета республики, руководство городского управления и представители городских властей. В этом прекрасном зале театра юного зрителя города Макеевки собраны лучшие из лучших работники и сотрудники органов внутренних дел, которые будут сегодня поздравлены от всех составляющих и структурных подразделений, и администрации города Макеевки, и других коллег с этим праздником. Сегодня очень большой праздник, я считаю, для нашей республики. Это профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Я хочу лично наградить сотрудников полиции за плодотворный труд в развитии Донецкой Народной Республики и за совместную плодотворную работу. Успехи правоохранителей были отмечены и Макеевским городским управлением полиции. Благодаря профессионализму сотрудников внутренних дел города за прошедший год раскрыто 1118 преступлений, в том числе 312 тяжких. Могу подытожить этот год как достаточно успешный для сотрудников Макеевского городского управления. Все справились с поставленными задачами в оперативно-служебной деятельности. Мы достигнуты высокие показатели. За высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей, а также в честь празднования Дня сотрудника внутренних дел Донецкой Народной Республики были вручены почетные грамоты и цветы от городских властей, а также Макеевского управления полиции. Благодарственные письма в честь профессионального дня также были вручены ветеранам службы правоохранительных органов и работникам медицинского отдела МВД ДНР. Кроме того, свои поздравления всем присутствующим виновникам торжества адресовали и депутаты Народного совета республики. Дорогие сотрудники внутренних дел, от всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Мы гордимся вами. Вы наша честь, вы наша доблесть, вы слава наша. Вы настоящие профессионалы своего дела. С праздником вас, дорогие! После сердечного поздравления Елена Мельник вручила грамоты и от себя лично. В продолжении чествования лучших сотрудников внутренних дел города Макеевки собравшимся представили замечательные танцевальные и вокальные выступления. Анна Триксель, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.